Отходите, друзья! Свежая овечья моча и припарки из розмарина. Где Эмилио? Я приказал ему быть здесь. Ты приказал ему? Лично? Да, лично. Мне не нравится, что ты не доверяешь мне. Мне тоже. Возможно, он прибудет с остальными. Пойдем. Ну что, как дела во дворце? Совсем непросто. Но Ченнига доверяет только своим друзьям. Я пытался подготовить почву, дать ему несколько советов, но он слушает не меня, а других. Значит, нужно постараться и войти в круг его приближенных. Си, я понимаю. Но это труднее, чем мне казалось. Отчего же, Карло? Я не знаю, просто он... Да уж не доверяет мне. С чего бы вдруг? Это не моя вина. Я все время пытаюсь угодить ему. Выясняю, что он любит, преподношу ему то лучшее варенье из садов Сардинии, то самую модную одежду из Милана. То есть ты никто иной, как подхалим? Что? Как ты меня назвал? Тряпка. Льстец. Минуту. Лизоблюд. Мне продолжать? Бастардо. Ты не знаешь, каково это. Ты не понимаешь, как мне тяжело. Но я прекрасно тебя понимаю. Замечательности города. Ему у нас лучше. Да. Понятия не имею. Просто чиновник. А я приближенный самого дожа. Я с ним день и ночь. А ты только мечтаешь о таком. После тебя, Белло. Ты закончил? Едва ли. Теперь ты послушай меня. Я почти у цели. Уверен, что мы сможем привлечь дожа на нашу сторону. Просто мне нужно время. Времени у нас, мягко говоря, не в избытке. Ну, иди. Далеко еще? И не ной, как девчонка. Buongiorno, кузен. Сеньор Карло. Мы думали, что Эмилио с тобой. Эмилио мертв. Что? Как? Это ассасин. Тот самый, который перебил семью Пацци. Он здесь, в Венеции. Экози? Ты не знал об этом, Сильвио? Он может быть где угодно, прямо здесь, а мы не подозреваем об этом. Он убил Эмилио в его собственном дворце. И что будет с нашими планами? Время интриг прошло, братья. Мы должны действовать. Но, Марко, я так близок к цели. Еще пара дней, если я... Нет, все произойдет на этой неделе. Нам нужно идти дальше. Что испанец думает об этом изменении в планах? Скоро сможешь сам его об этом спросить. Он здесь? Прибыл из Рима? Веди. Так говорят. Отлично. Возможно, он сам примет решение. О чем, кузен? О том, кому из нас придутся в пол одежды дожа, кузен. И сеньоры, мы лучшие девушки. Я не знал, что это подлежит обсуждению. Мне казалось, что выбор очевиден для всех. Да, очевиден. Дожа должен быть тот, кто спланировал все это дело. Тот, кто своим умом додумался, как спасти город. Практическая сметка очень важна, друг Сильвио. Но прежде нее правитель должен обладать мудростью, не забывая об этом. Кальма, кальма, Мич. Прошу, не нужно ссориться. Вы знаете, что решение принимать не вам. Совсем не факт, что он выберет человека из семьи Барбарико. Ха-ха!
Отчего ему не выбрать меня? Я выполнял всю тяжелую работу. Баста! Мы подождем его прибытия. Ты уверен, что он придет? Рука да. Не занята шире. Сеньор, нам нужно идти быстрее. Я чувствую слежку. Спасибо, Данте. Мы постараемся не отставать от тебя. Этот телохранитель — настоящая находка. Сколько ты платишь ему? Меньше, чем он того заслуживает. Да, парень уже дважды спас мне жизнь, а вот собеседник из него скверный. Довольно, хватит молоть чепуху! Кто станет дожем, не вам решать. И, кстати, я не давал вам позволения строить планы. Простите нас, господин. Мы хотим только услужить вам. План таков. Дож Маченига умрет сегодня ночью. Как только это случится, Марко займет его место. Ви ринграцио, умилменте, маэстро. Отлично. Мессер Гримальди, ты близок к Маченигу. И потому сыграешь главную роль. Сделай все как должно, и не будешь забыт. Пойдем со мной. Крови не проливать, понимаешь? Все должны думать, что он скончался мирно и тихо. Конечно, господин. Насколько ты близок к нему? Я могу свободно гулять по дворцу. Пусть Дож не слушает моих советов, зато верит мне не меньше, чем близким. Отлично. Тогда я желаю, чтобы ты проник на кухню и отравил его обед. Как скажете. Марко, ты можешь быстро достать подходящий яд? Стоит обратиться к моему кузену. Он подлинный знаток ядов. А, Сильвио. Я к вашим услугам, господин. Что ты можешь добыть для нас? Я потолкую со своими людьми на улицах. Скорее всего, я сумею достать Кантареллу. Хорошо, а что это? Разновидность сильного мышьяка. Обнаружить почти невозможно. О, вабене, вабене. Значит, решено. Да, вы умеете. Похоже, вам надо. Откуда вы только берётесь? Если у вас есть время, сюда, сеньор. Все радости жизни для вас. Какие-то каналы. Проклятие! Мои молитвенники! Надеюсь, они не пострадали. Осторожнее, сеньор! Вы их совсем испортите! Чёрт! Освобождение от налога! Читайте в полном тексте указа! Говори! Что такое? Внимание! Штрафы за ростовщичество были пересмотрены! Да надо! Ты что, не видел, что у меня ящик фруктов? Или это я должен был... Прошу прощения, господин, но разве это не опасно для вас? Следует ли вам настолько углубляться в детали нашего заговора? Я чувствую, что должен заняться этим лично. Пацци подвели нас во Флоренции. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Не беспокойтесь. Пацци были всего лишь кучкой глупцов. Пацци были влиятельным и уважаемым семейством, но их уничтожил один молодой ассасин. Не стоит недооценивать врага, который сейчас находится в вашем городе. Иначе Барбарику разделят судьбу Пацци. Действуйте быстро и наверняка. Бене, мне пора возвращаться в Рим. Времени мало. Не подведите нас. Что я за кретин? Нужно было лучше следить за ними. Теперь только Антонио поможет мне расхлебать кашу, которую я заварил.
Салюте, белло мио. Коме стай? Уже соскучился? Прости, дорогая, но сейчас не время для утех. Я должен поговорить с Антонио. Срочное дело. Антонио! Эцио пришел! Эцио, все ли в порядке? Карло Гримальди и Барбариго вступили в сговор с неким испанцем. Они собираются убить Дожа и поставить на его место своего человека. Тогда в их руках окажется вся Венеция и весь ее флот. И меня еще называют преступником. Ты мне поможешь? Я на твоей стороне, брат. Да и все мои парни тоже. И девушки. Грация, амичи. Но, Эцио, на этот раз все будет гораздо сложнее. Дворец Дожа охраняется лучше всех зданий в Венеции. Смелость города берет. Вот за это мы и любим тебя, Эцио. Пойдем, посмотрим на него. Что-нибудь да придумаем. Сегуми. Это заговор против Дожа. Страшное дело. Хотя предательством меня уже не удивишь. В детстве мне рассказывали, что дворяне добрые и справедливые. Я верил в это. Мой отец был сапожником, а мать служанкой. Но мне хотелось добиться куда большего. Я усердно учился, но это ничего не значит. Коль ты не отпрыск знатного рода, то для дворян всегда будешь человеком низшего сорта. Так скажи мне, Эцио, кто настоящие аристократы Венеции? Люди вроде Карло Гримальди и Марко Барбариго? Нет. Я считаю, это мы. Воры, наемники и шлюхи. Думаешь пройти мимо меня? Пока мы спасаем Венецию и ее жителей, дворяне мечтают использовать их себе на забаву. Нужно тщательно исследовать дворец. Осмотреть его под разными углами. За дворцом стоит высокая колокольня. Можно забраться на нее или по задней стене базилики. У тебя есть мысли на этот счет? Парадный вход для нас закрыт? Хе-хе, лабене. Мы попробуем войти из парадного входа с Сапутелло. Ну, что ты думаешь? Здесь мы не пройдем. Пока мы будем разбираться со всей этой стражей, они успеют убить Дожа. Ты посмотри, тут повсюду лучники. И на стену здесь не заберешься. Стой. Идем. Andiamo.
Отлично. Почти настоящий. Я уже ухожу. Не обращайте меня. Отлично. Почти как по-настоящему. Гостей города. Медицинская помощь? Бенни, нам повезло. Похоже, что по лесам можно взобраться на крышу базилики. Ну что, вперед? Смотри, это же он, Гримальди. Сеньор, неужели вы не понимаете, что я вам предлагаю? Пожалуйста, выслушайте меня. Это ваша последняя возможность. Как ты смеешь? Прошу прощения, я не хотел вас оскорбить. Я просто забочусь о вашей безопасности. Время на исходе. Через ограду не перебраться, да и стражники повсюду. Дьявло! За мной. Это невозможно. Человеку туда вход заказан. Только птица пролетит. Да, птица. Постой, куда ты? К своему другу Леонардо. В прошлом месяце Викус купил у меня 30 для кавалерии. Хорошо, я просто приду дальше. Мне нужна твоя помощь. Она работает? Что? Что ты сказал? Твоя машина работает? Она в самом деле летает? Не знаю. Это всего лишь опытный образец. И он еще не готов. Испытывал? Нет. Это слишком опасно. Чтобы испытать ее, нужно спрыгнуть с башни. Какой безумец решится пойти на это? Леонардо, кажется, ты нашел такого безумца. Ну, как она работает? Ты когда-нибудь наблюдал за полетом птиц? Дело не в том, чтобы быть легче воздуха, а в том, чтобы сохранять равновесие. Ты должен использовать вес тела, чтобы менять высоту и направление. Удачи, Эцио. Почему я падаю? Это просто смешно. Дворец слишком далеко. Невероятно! Она работает! Работает, клянусь, ты полетел, Эцио, полетел! Си, но не очень далеко. А чего ты ожидал? Эта машина не рассчитана на дальние перелеты. Ладно, я еще раз посмотрю на чертежи. Попробую отыскать способ увеличить дальность перелета. Эцио, мне сообщили, что Карло уже добыл яд. Нужно торопиться. Антонио, это Леонардо, гениальный изобретатель. Он построил этот кусок дерьма. Эй, дело не в машине, а во мне. Я проверил и перепроверил чертежи. Увеличить дальность полета не выйдет. Это невозможно. Дурацкая затея, мать ее. Эврика! Ну конечно! Гений! Что он там делает?
Тепло поднимает. Ей нужен огонь. Горячий воздух под крыльями поднимет машину. Леонардо, чем сможет пригодиться один костер? Не один костер, Эцио, а дюжина по всему городу. Столько костров, сколько нужно, чтобы доставить тебя ко дворцу дожей. Как? Каписко. Мои люди сделают это, но ты забыл о стражниках. Не волнуйся, я разберусь с ними. Я дам приказ своим людям следовать за тобой и занять позиции. Когда солнце скроется за Сан-Марко, они зажгут костры. Побежал к мамочке, бомбино! Гранд Ассасино! Ха! Ты минуты не протирайся! Я ухожу? Это чересчур? Вы дали нам надежду, а потом обошлись с нами по-скотски. Позор вам! Вы наша главная надежда. Врачу, амико. Тебе не сбежать! Господи, помилуй меня! Мадре Санта, пора стыдно. Держите себя в уста. Просто оставьте меня. Отходите, друзья! Свяжи иди, вот и все. Мы же не дожа. Я отрублю тебе... Черт, какой он шустрый! Он уходит! Нужно быстрее!
Вот он! Бейте его! Пора. Ты сделал это? Отлично. Си. Надеюсь, твой план сработает. Потому что времени у нас почти нет. Эцио, слушай внимательно. Лети от костра к костру. Их жар поднимет машину и поможет тебе удержаться на нужной высоте. Бенни, будь осторожен. На крышах лучники. Не дай себя подстрелить, иначе твой полет будет очень коротким. Вот бы я смог пользоваться клинком во время полета. Но ноги-то у тебя свободные. Если подлетишь близко к лучнику, пока он не успел всадить в тебя стрелу, сможешь спихнуть его с крыши. Ладно. Сейчас или никогда, амико мио. Что это? Стреляйте! Стреляйте в крылатого демона! Что это? Стреляйте! Стреляйте в крылатого демона! Это было. Не беспокойтесь. Наверное, дети балуются хлопушками. Ну, ваш ход. Похож на... Постой, командир.
Стойте! Сеньор, не пейте! Ты опоздал. Дож мертв. Что? Карло? Простите, сеньор. Вам стоило придавать больше значения моим словам. Ты проиграл, ассасин. Простите меня, сеньор. Я хотел... Зачем? К чему все это? Ассасин! Ассасин! Он убил Дожа! Дож убит! Зачу! Дай его! Каналья! Похоже, ассасина может убить лишь другой ассасин. Мы убиваем, полагая, что так будет лучше для нас. Верно, мистер Эцио? Я делаю это не ради себя. Я приношу эту жертву во имя всеобщего блага. Покойся с миром. Ты убил меня! Ты убил меня! Иди! Куда это ты собрался? Поймать была уродливая сеньор. Бей его! Прикончите его! Дождитесь удобного момента и нанесите удар! Наконец-то нас защитят! Бен Хан, браво! Отдайте рогатцы! Пациенца! Прикончите его! Он опасен! Ты не найдешь! Святая Дева, аминь! Сошел с ума?